Даже не заикайся, Либертате, о том, что Клара, мать ее Гарсия, могла бы нам помочь. Вряд ли ты собирался, но мало ли. Мира, Ханрон и Эль Тигра мертвы. Плакать будем после войны. Намечаем цели. Продолжаем борьбу. Наш приоритет — сраный Янки Макея и его предприятие. Но чтобы спланировать нападение, мне нужно больше узнать о его бизнесе. Тебе нужно уничтожить глушилки. Они блочат беспроводную передачу данных в Лохое. Разберешься с парой-тройкой, и я смогу подключиться к пакету, который тебе дам. Вставь эту штуку в любой комп в здании Макея, и я получу доступ к его сети. Мы найдем уязвимости этого сраного Янки и поставим его на колени. Я скинула фотки глушилок на твой телефон. Аккуратно, Дани. Я вырубил глушилку. Мы бьем. Теперь займись остальными, иначе загрузка будет тормозить. Спорим, в здании Макея полно сальдадос. Си, так что уничтожь побольше глушилок, или бой может затянуться. Interrumpa el orden social, se enfrentará con consecuencias serias. Вроде
Где именно находятся оставшиеся глушилки. Отмечу их на твоей карте. Ну, блин. А мне нравилось шариться по Лохое в поисках этих штук. Странный ты, Дани. Надо смотреть в оба. Thank you.